Обнаружена бомба на орудийной палубе. Но по идее я просто не буду получать доступ к локации. Это зомби, которые стреляют с помощью оружия, по мне? С помощью пистолетов, пулеметов и автоматов? А это легально, нет? В предыдущем ролике по зомби-режиму Call of Duty Advanced Warfare я дал вам небольшой челлендж. Если мы добираем 2000 лайков за сутки, то следующая серия выходит на этой же неделе. Вы набрали эту цифру за 2 или 3 часа, по-моему. Я вообще не понимаю, как это возможно, но это было круто. Всем привет, с вами Спектр, мы тогда продолжаем с вами, что ли? Итак, это же самая неделя, новая карта в Advanced Warfare, которая носит название Carrier. На тяжелом авианосце Атласа зафиксирован источник заражения. Сражайтесь в группе до 4 мутантов, ну, остальное мы знаем. Итак, сразу же первый вопрос, да? Играл ли я на этой карте? Вопрос очень интересный, а сейчас мы это проверим. 31 раунд! Нет, слушайте, по-моему, за компом в это время сидел явно не я. Я не могу поверить, что вот столько раундов я наиграл когда-то в этот зомби-режим. Этого просто быть не может. В этот раз никакого челленджа по лайкам не будет, но в любом случае благодарю вас заранее за то, что вы их ставите. И подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, потому что видеоролики уходят ежедневно. Нам, кстати, до 400 тысяч подписчиков немного осталось, надо бы добить эту цифру. И, кстати, у нас с вами осталась только одна карта из этого режима, поэтому всем приятного просмотра, повыживаем на гигантском авианосце и поехали. Итак, карта под названием Carrier. Если большая часть помещений корабля заражена, уже в начале раунда на свободу будет выпущен Голиаф. У нас никого не осталось. Итак, играем за некого Кана. В общем-то, мы с вами где-то здесь находимся. Я не знаю где, но неважно. В общем, куча зомбаков, куча всяких мужиков. И бесконечный авианосец. Сразу же давайте первоначально поговорим про истерэг, да, потому что... Я вижу их! Я забыл это сделать на предыдущей карте, но поговорю на это. Итак, друзья, истерэг заключается в том, что вся четверка топит этот самый гигантский авианосец. Сожалею, но истерэг выполнять не буду. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем, конечно, это сделаю. Но неизвестно, наступит ли оно. И давайте для начала активируем питание, посмотрим, что у нас тут. Так, реактор готов. Вы, кстати, жалуетесь то, что очень много яркости на карте. В общем, в этот раз я подкрутил маленько, да? Как видите, сделал ее гораздо меньше. Надеюсь, так картинка будет приятнее ощущаться. Итак, МК-14. Да, добро пожаловать домой. Итак, здесь где-то находится экзомедик, да? Это вот... Угу, это оно. Неплохо. Ну что ж, как обычно, план тот же, да? Забираем экзо, забираем все оставшиеся перки, выживаем, улучшаем оружие и так далее. Значит, арсенал 1250. Еще, так, система безопасности, это понятно. Но, в общем, первое помещение себя особо ничего не представляет. И знаете, что самое главное? Я думаю, что в первом помещении как раз-таки оптимально здесь выживать. Но это на данный момент. Это первое пока суждение. Но я думаю, что найду комнату и получше. Буровая шахта. Вот куда мы с вами отправляемся? В буровую шахту или в арсенал, как считаете? Так, давайте смотреть, что у нас тут. Значит, гигантское приспособление, бурение. Вот этой комнате, наверное, выживать уже посложнее будет, потому что она очень маленькая. Несмотря на то, что также по кругу выполнена, да? Она слишком маленькая. Зомби тебя тут могут легко зажать. Экзокостюм, нужно питание. А, слушай, это Джаггер Фанта. То есть она находится сразу же во второй комнате. Понимаю, но мне нужен экзо. Зона обеззараживания, кстати, здесь же находится в стартовой локации. Ну, то есть во второй комнате. Окей, для того, чтобы двигаться дальше, надо 1250 накопить. Кстати, я вот помню, на первой карте Outbreak я же играл за Оза, если не ошибаюсь. На второй карте я играл за Деккера. То есть, получается, теперь я играю за Кана, и мне нужно еще поиграть за Лилит. Тогда у меня вся четверка будет в сборе. 1380. Поехали дальше. Итак, открываем следующую дверь. Это у нас с вами лифт, который называется лифт, да. Не, ну мало ли, может быть, как-то по-другому она тут называется в переводе. О, здравствуйте. Какие классные ребёшки. Знаете, что самое интересное? Можно было бы их тут на свободу как-то вытащить, чтобы они мне помогли маленько. А, это посылка падает. Окей, без проблем. В общем, у меня сейчас первостепенная задача для начала выйти на палубу. ДНК-бомба. Знаешь, в этой карте ориентироваться попроще. Нифига себе тут мегалодон настоящий. Так, наверх, наверх, наверх. Надо посмотреть, что за перк тут открывается. Это у нас перезарядка. Рад тебя слышать, Оз. Хоть ты и не настоящий. Оз, кстати, да, будет параллельно общаться с нашими персонажами, но это так, чисто информация к слову. Нужно успеть открыть экзо. Так, собаки уже пошли. Нужно успеть открыть экзо и все такое прочее до того, как появится война с инфицированными. О, война, говорю, волна. Слушай, подожди, так это получается целая волна с собаками, да, была? А, окей, вопрос нет. Значит, смотри, чтобы открыть грузовой отсек, кстати, в грузовом отсеке у нас находится экзо. Нужно 2000 накопить. Итак, МП-11, и по контейнерам нельзя прыгать. Такие дела. А, хотя нет, подожди, как нельзя, если там экзо находится. Давай его сразу заберем. Вот смотрите, уже третья карта в Advanced Warfare, да? Никак не научился то, что нужно активировать питание даже для экзо в этом режиме. Подожди, а что там за бонус выпал?
Я вижу, там выпал какой-то бонус, которого я вроде не видел до этого. Который не видел. Это звезда какая-то. Ну-ка, что она дает? Давай посмотрим. Взрывное прикосновение. А, то есть это инвул. Это инвул, за который мне дают еще и очки. Это пока один из самых лучших бонусов, которые я получал когда-либо. Все, экзокану мы сделали. Знаете, что самое лучшее в жизни атласовского компьютера? Ничего. Старый добрый ос. Это шутка такая была? Ладно, я не понял. Заряжай. Опа-на, система безопасности подъехала. Слушай, а вот эту косилку я помню. Нет, все-таки значит я играл в этом режиме. Слушайте, только тогда у меня возникает один небольшой вопрос. А если я встану под эту косилку, моего персонажа разорвет, да? Или нет? Да! Хорошо, все, больше проверять этого не буду. Итак, использую телепорт сотня. Вопрос, куда она меня закинет? Давайте для начала я получу бонус с перезарядкой. А, бесконечные боеприпасы, все, понял, принял. Так, и здесь же находится еще один перк, который я не закупил. Да, вот он находится. Слушай, быстрый, я могу сказать, что эта карта достаточно компактная, что ли? Ты знаешь, карьер, он выполнен немного в стиле Outbreak'а. То есть локации, конечно, обширные, как в Infection'е. То есть, например, вот в этой локации можно спокойно водить хороводы от зомбаков и так далее. Но всецело карта довольно компактная. То есть открываешь комнату, комната небольшая, сразу же перк стоит, все по канону. Нету никаких переходов, там проходов, как это в Infection'е было и так далее. Обнаружена бомба на орудийной палубе. Подожди, я не понял, так ее надо обезвредить, да, видимо? Окей, гоу. А, угу, медицинский отсек 1250 стоит, держу вас в курсе. Но по идее я просто не буду получать доступ к локации. Это зомби, которые стреляют с помощью оружия, по мне? С помощью пистолетов, пулеметов и автоматов? А это легально, нет? По-моему, это немного нелегально, что ли? Прикрой меня. 3, 2, 1. Множитель x2. Обезврежена бомба на орудийной палубе. Я могу сказать, что вот эта мини-игра, мини-задача, она гораздо лучше, чем была на Infection, когда надо было оборонять выжившего, который вообще ничего не мог сделать. Единственная проблема, я слил сейчас практически все свои ПТСы. Экзоулучшение уже получено. А, это еще один экзомедик. Так, что это за дрон? Его уничтожить вообще надо? А кулаком можно? Да, его надо уничтожить. Дед, ДНК-бомба. Спасибо. Только теперь маленький вопрос. У меня вообще нет патронов, друзья мои. Это та самая волна с инфицированными. Что за оружие? Бульдог. Блин, это отвратительное оружие. Против этих зомби это сейчас просто отвратительнейшее оружие. Мне надо как-то 1750 накопить, но я не успеваю это сделать. Офигеть. Я пытаюсь держать ту компанию, чувак, все нормально. Просто ключевая такая проблема. Двери-то закрыты. А зомбаков много. Ну, знаете, вообще, по идее, эту волну все-таки получится пройти без заражения. Да, нормально. Я дошел, наконец-то, до этой самой комнаты, где можно КМП-11 и патрон закупить. Осталось купить только один перк, а дальше уже будем смотреть на другие комнаты, которые я не разблочил. В первую очередь, надо обратить внимание на телепорт. Это что? Система безопасности. Это означает, что косилочка подъехала. Эта хрень, она еще и приманивает зомби. То есть они прыгают еще на нее. Забавная, на самом деле, штука. Бесконечный боезапас. Вы ждете, что после, к примеру, экзозомби Advanced Warfare, я зайду, например, в зомби-режим Call of Duty Infinite Warfare? Честно говоря, последний раз, когда я там был, у меня были довольно смешанные впечатления от этого режима. В общем, он мне вообще не понравился. Итак, экзоудар. Все, друзья, все перки есть. Меньше, чем за 17 минут я это сделал. Контактная граната. А, слушай, так она... Я понял. Я думал, это обычный Семтекс. Она, оказывается, от обычного прикосновения уже детонируется. Слушай, неплохо. Столько раз ее закупал, но, по-моему, ни разу не использовал. Ну-ка еще раз. А я как хорошо. Ой, хорошо. А под комментарии Никиты Прозоровского так еще лучше играется. Так, забираем кредиты и покупаем телепортационную гранату. Так, отлично. Теперь вопрос, как она работает? И что это было? Ну-ка еще раз. А, я понял. Типа, я понял. Смотри, граната разрывает зомби, если он, естественно, попадает в радиус, да, этого всего дела. И благодаря этой гранате можно перемещаться на короткие расстояния. Чисто блинк такой небольшой. Легальный скачок, легальный телепорт. Здравствуйте, господа зомби. Я был неправ, когда говорил о том, что на изи можно обезвредить бомбу. Это неправда. Вот так это делается. Бонус. Максим боеприпасов. Я не успел его подобрать. Народ, я думаю, что кирдык нашему медицинскому отсеку. Да, я понимаю, но я не успею ее обезвредить. Как вы думаете, я успею или нет? Я не успею, наверное. Взорвалась бомба в медицинском отсеке. Бомба на орудийной палубе, кстати. Смотри, с каждым новым разом теперь... Давайте дроны сначала собьем. Смотри, теперь получается, с каждой новой волной этих бомб будет все больше и больше. Ключевая проблема в том, что если я не буду их обезвреживать,
то у меня в конце останется, не знаю, где-то одна локация всего лишь для выживания. Бомба рассосалась полностью, когда начался новый раунд. То есть это ограничение чисто на одну волну дается. Окей, ладно. Тогда ничего сложного нет. Здравствуйте, мистер Голиаф. Я все думал, когда же вы появитесь. А ну да, слушай, меня еще в брифинге предупреждали то, что если бомбы взорвутся, то приготовься к встрече с Голиафом, как бы. А я все гранаты просрал только что. В один момент. Ну, просто почему бы и нет? Вызвать подкрепление стража. Давай. Запрос подкрепления. О, здравствуйте, бойцы. Это же обычный отряд, как отряд Дельта из, допустим, выживания Modern Warfare 3. Они, кстати, эффективны вообще или как? Я видел только, что они зомби выпилили. А с этим как? А они их быстро загасили. Слушай, отличная помощь. Взорвалась бомба в арсенале. Народ, я вспомнил, что единственное не нашел. Это улучшайзер. Вот тут он находится. RX-160 МК-2. Слушайте, ну по идее все. Мы посмотрели с вами на все, что здесь находится в плане визуала, да, в плане карты целиком. Все двери были открыты, все питание было включено. Единственное, я не купил экзорезерв. Экзорезерв-то я куплю, только основная проблема в том, что я опять забыл, где этот перк находится. А, подожди, я не воспользуюсь системой телепорта. Воу! Твою мать, что это было? Это телепорт, чувак. Я в стартовой локации, правильно? Да, я в стартовой локации. О, волна, на которой сейчас может все закончиться... Через одну секунду. Так что хотел использовать телепорт-гранату. Но вспомнил, что... Угу. Если телепортируешься к этим зомби в упор, считай, пиши пропало. 31 раунд, как бы, мой непобиваемый рекорд здесь, видимо, уже. Что ж, полетели искать тогда это делом. Подожди, а как отсюда выйти теперь? А, понимаю. Понимаю, ребят. Ребята. Понимаю. Вы не понимаете, но я понимаю, да. Итак, народ, челлендж, который я ставлю для себя в сегодняшней серии. Я хочу попробовать улучшить какое-нибудь оружие до максимума. Пускай сегодня это будет RX-160, потому что у меня хорошие воспоминания из мультиплеера Advanced Warfare. Очень часто с этим оружием бегал, крутая штука. Если я не ошибаюсь, то на карте Outbreak, когда я первый раз бегал в зомби-режиме, я улучшил оружие до МК-7 или МК-8 где-то. Сейчас я хочу попробовать действительно дойти до максимума. Знаешь, отличное выживание. Не считая инфицированной волны, можно просто вот так вот задом наперед ходить, перезаряжаться и стрелять. Еще и гранаты контактные иногда использовать. И все. Если теперь на этой карте меня будут пугать встречи с Голиафом, то я могу расстроить разработчиков. Я готов к этой встрече с Голиафом. Взорвалась бомба на орудийной палубе. Тем временем я просто кромсал зомбаков, как вы видели. И это было круто, честно говоря. Ну что, волна уже 17-я. Голиаф сейчас появится, да? 13 тысяч ПТС. То есть вы представляете, да, насколько простая карта, в отличие от Outbreak и Infection. Даже на 17-й волне телепортационные гранаты с первого раза убивают зомби. Как им это нравится? Но при этом это не может сделать обычный экзокулак, обычная экзорукопашка. Ускорить процесс избавления от газа мантикоры. Так, друзья, мне снова нужны патроны. АСМР. Ну, вы поняли. Так, улучшить оружие. Да елки. Голиаф! Ну я только-только пришел улучшить оружие. Ну... МК-6, МК-7, МК-8, МК-9. Охренеть, еще и лазер теперь наконец-то имеет этот RX. Кстати, урон у него неплохой. По стандартному зомбаку буквально 2 бёрста и он умирает. МК-10. Выше можно? МК-11? А можно вопрос? А вот эти МК, они когда-нибудь вообще могут кончиться или нет? Слушай, а собак давненько не было. По-моему, чуть ли не с самой первой волны. Подожди, это целая волна с собаками теперь? Так, это же изи. Ну. Я не знаю, зачем эта волна нужна была. Кстати, по-моему, на этой карте у меня сейчас рекорд именно для записи. Офигеть. Конец игры! Я это сделал не специально. Меня уработал джиггернаут, который здесь неожиданно появился. Бомба в медицинском отсеке взорвалась. Как несправедливо. В медицинском отсеке как раз находится станция дезинфекции, по-моему. Эх, ладно. 20-й раунд. Ну ладно, я на самом деле поспешил. Можно было не обезвреживать эту бомбу. Ладно, я как обычно попробовал это сделать, и у меня ничего не вышло. Ну слушайте, народ, добротное получилось выживание. Теперь я знаю то, что МК улучшения доступны свыше 10. Может там до 20 где-нибудь оно доходит. Возможно, мы узнаем это уже на последней карте, которая носит название... Простите, Descent она называется. Которую мы отправимся уже в следующий раз. Наверное, это уже будет на следующей неделе. Ну а я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что уделили время. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Спектр. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Услышимся с вами в следующих видео. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Всем желаю удачного дня. Всем пока.